это импровизация, и здесь нет определенных рамок. Каждый из участников старается раскрыться по полной. В искусстве движения – танцы. На сцене центра «Навигатор» они вновь показывают свои умения. Ярко, зажигательно, динамично оценивает выступление опытное жюри, в состав которого по традиции вошли профессиональные танцоры, балетмейстеры, хореографы, руководители танцевальных студий. Современная хореография, хип-хоп, джаз-фанк и многие другие стили. Однако стилистикой никто не ограничен. Важна собственная манера подачи, чувство ритма, артистизм, эмоции. Здесь предусмотрены несколько номинаций, как для начинающих танцоров, так и более опытных. Важно и то, что никто из ребят не знает заранее, какой заиграет трек. В этом году у нас появилась номинация Experience. Это люди, которые обладают более большим опытом в танцевальных батлах, занимаются на мастер-классах, разных группах, разных людей. Есть номинации начинающих. Это ребята, которые пришли практически первый раз, а есть именно те, которые постарше и которые приходят непосредственно уже не первый год. Например, это вот группа про-номинация и продолжающие. Вот они уже как раз-таки не первый год, и они уже практически все знают. Главный организатор танцевального боя – специалист центра «Навигатор» Мария Артемова. Практически все участники баттла – ее ученики. Идея проведения таких дэнс-импровизаций родилась давно, и Мария ее успешно реализовала. Баттл проходит в четвертый раз. Мне хотелось, чтобы ребята практиковались в том, что они танцуют свою, да, импровизацию, не только хореографию. И очень страшно было им выходить где-то, где были другие люди, где были какие-то другие участники, и они не могли перебороть этот страх. Я подумала, что лучше сделать так, чтобы они между собой в дружном коллективе соревновались. И это позволяет им более уверенно себя чувствовать в дальнейшем на сцене. Они перебарывают своеобразный рубеж. И те, кто уже не первый год, у них уже наблюдается очевидный рост. В этот день на сцене центра «Навигатор» свои умения в танцевальной импровизации показали 75 ребят. И это именно тот случай, когда важна не победа, а участие. Каждый старался раскрыть и показать собственный стиль, получить заряд эмоций, которые дарит искусство движения – танец. Анна Бальет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.